что президентский центр Бориса Ельцина – это прежде всего место, где могут собираться интеллигентные, образованные, просвещенные люди. Люди, которые будут переступать порог этого центра, будут интересоваться историей города, области, страны. Человек, который не знает своей истории, того нет будущего. Если выбирать, в какой стране мне хотелось бы жить, я бы выбрал Россию. К этому мы пришли, когда был Ельцин. Борис Николаевич Ельцин вернул в Россию то, что столетиями считалось невозможным. Свобода. А это значит, что человек почувствовал себя человеком, что для нашей страны фантастическое достижение. Борис Николаевич обладал какой-то невероятной внутренней свободой. Он был очень свободным человеком. Свобода – это не царский указ и не кровавая революция. Свобода – это состояние высшей гармонии человека. Очень важно, что президентский центр Бориса Ельцина будет находиться в Екатеринбурге. Екатеринбург в разные годы вообще становился, ну если не колыбелью, то уж наверняка одним из российских центров демократических реформ и свершений. Здесь Борис Николаевич начинал свою бурную и уникальную карьеру. Земляки гордятся Борисом Николаевичем. И это совершенно понятно и знаково, то, что этот центр находится здесь. Не знаю, как у других, а у меня вот 90-е были волшебные, а не лихие. Это мое любимое время и в моей жизни, и в истории моей Родины. На самом деле это были хорошие годы. Это были трудные, хорошие годы, и тогда закладывалось будущее движения страны. То, что президент сумел отказаться от власти сам, создал прецедент. И то, что он попросил прощения у страны и у народа. Ну, это очень серьезные вещи, настоящие, мужские, человеческие. Это поступок для меня грандиозного мужества, говорящий о том, что он был сильным как в своих победах, как в своих достижениях, так в своих ошибках и неудачах. Центр Бориса Ельцина, он должен стать не просто музеем, он должен стать общественным институтом, который продолжает сохранять и продвигать в жизнь те самые ценности, которые появились в современной России в конце 90-х. И до сих пор они остаются основополагающими. Этот музей должен быть музеем преобразования, музеем нашей российской демократии, музеем новейшей истории нашей страны.